Барджоба. Напомню вам снова и снова, мы гости с родины Мимино. Везем подарок, красное вино. Где на зале начинается вечер, о котором не забудет никто. Напьемся вино и чачей, а с утра поищем Сулико. Такая вот грандиозная вещь, как я уже говорил, 2000 лет существует христианство и 1500 лет мы, грузины, являемся православными христианами. Если брать слово грузины, оно как бы производно от слова георгианы, то есть древние греки, так нас называли, когда, если поверить, что когда высадились Ясон со своей командой аргонавтов, увидели грузин, пашущих землю. На быках, все вот как полагается, и назвали георгианами, то есть землепашцы. Отсюда вот уже происходит слово грузин, например, да, вот Грузия, грузин. 20 лет почти строил Зураб Царетели свою грандиозную вот такую мысль, воплощал здесь в бронзе, в железе, в меди. Вот обратите внимание, перед нами царь Вахтанг Гордасали. Это тот царь, который в Тбилиси на Метехской скале гордо восседает на коне. И, да, как мы знаем, вот именно он переносит столицу из Мцхета в Тбилиси и начинает укрепление города, укреплять его крепостной стеной. Его сын продолжил его дело, дачи, и вот уже достраивал город сын Вахтанга Гордасали. Его называли Гордасали, то есть волчьеголовый. Обратите внимание на его... это не маска, а это был его шлем. Шлем. Изображение волка было у него впереди. И с персидского волк — это горг. Горгаслан, то есть волчьеголовый. Вот так его называли. Он был огромного роста, 2 метра 40 сантиметров. Ничего себе. Его меч только весил порядка 50 килограмм. И одним взмахом меча он мог перерубить всадника вместе с конем. Огромной силы человек. Сейчас это площадь Свободы и монумент, опять же, небезызвестного архитектора Зураба Церетели. Вот такая вот у него. Композиция – это образ Святого Георгия, монумент Святого Георгия. Как мы знаем, Святой Георгий – главный, самый почитаемый вот святой в Грузии. А здесь вот смотрите, это памятник Пушкину. Александру Сергеевичу Пушкину. Точно. Не случайно он здесь стоит. Дело в том, что Пушкин путешествовал по Кавказу, по Грузии в 1829 году, май месяц был как раз таки, и он пару дней собирался остановиться в Тбилиси, но так получилось, ему очень понравился этот город, особенно его серные бани, здесь, конечно же, ему устраивали вельможи и знатные люди, балы, очень званые обеды. Почему ему надо было ехать отсюда, я не понимаю, он тоже так подумал, что задержусь, да. И две недели, он вместо двух дней задержался здесь две недели. Тбилиси, я вам напомню, что был очень важный торговый центр, здесь проходили многие караванные пути с юга на север, с востока на запад, и это, конечно же, имело свое значение, город развивался, считался самым богатым и самым развитым
прогрессивным городом не только на Кавказе, но и во всей Малой Азии. То есть вот очень такой город. Особенно в 19 веке считалось, что это вполне себе такой европейский город. И даже иконочка здесь появилась, вот такое средство передвижения. Эта гора называется Катминда. Перевести можно как «Святая гора». Там похоронены самые известные люди, в том числе и великий русский поэт Грибоедов вместе со своей женой Ниной Чавчавадзе. Первый президент Грузии Звягинцев Сафурбия, Илья Чавчавадзе, великий человек, отец грузийского народа, так его называли, отец нации. То есть великие поэты, писатели и общественные деятели вот там похоронены, чуть более 50 человек. Больше там места нет, и, соответственно, там больше никого не хоронят. Очень известный во всем мире. У него есть несколько спектаклей совершенно замечательных. И, кстати, он вот такие известные сценарии написал к фильмам «Мимино», «Не горюй», «Кин-дза-дза». Около 20 сценариев вот как раз пойдут. Как его зовут? Резо Габриадзе. Здесь его театр, вот эта вот башня, которую мы видим. Также по его эскизам была построена, то есть очень талантливый, неординарный человек с юмором, который еще и рисовал замечательно, обойду, посмотрим. Вот по его эскизам эта башня немножко наклон имеет, вот такая задумка, это не происк строительства. Они хоть и маленькие, но показывают точное время, да. Вот наша матушка-земля, вот написано «Весь земли в килограммах». Самое интересное, вот здесь на грузинском языке написано «Подпрыгните, и вы узнаете, сколько весила земля до вашего рождения». О, кто-то даже с дрона прямо снимает. Опа! Так, 7 раз. Шарманка еще будет открываться, и там целый спектакль будет проходить, механический спектакль, называется «Цикл жизни». Обратите внимание, взрослое поколение, дети потом растут, сами догадаетесь о чем. Точно. Называется «Цикл жизни», мелодия Георгий Канчелев. Как мы удачно свадьба, зашли. Свадьба, да, я встану так, что познакомились, молодые люди, поженились, вот родился ребенок, состарились. Умерли. Ну, жизнь продолжается. Ну да. Это сын женился, да? Это знали жизнь? Точно зашли.
Дело в том, что Тбилиси постоянно разрушался. Более 20 раз. 23-24 раза он был разрушен полностью. То есть до основания. Разрушен, сожжен. И каждый раз вновь и вновь он восстанавливал свои дома, восстанавливал свои стены. И вот жил. Люди никак не хотели покинуть это благословенное место, этот город. И вот для бытовых сооружений, как таковых, типа домов, дворцов и так далее, у нас фактически не осталось. Но зато осталось очень много редких храмов, очень древних. Один из таких вот перед вами, храм называется Анчисхати. И он относится к VI веку. Вот там в Гасали, когда приносят столицу в Тбилиси, из университета в Тбилиси, вот начинают с этого храма. Это базилика, самое такое, ну, скажем, примитивное, если это слово, если не совсем уместно, но самое простое сооружение религиозного характера, вот православного. И вот сохранилось до наших дней. Самые древние камни, вот мы уже в основании фундамента. И вот эти вот квадры, они все относятся к VI веку. Кирпичная кладка, это уже 17 века. Вот. Это вот 6 век, оказывается. Страна картвелов. Картвелы – это Грузия. Так вот, 1229 год, если мне не изменяет память, харизмийский правитель Джалал-эд-Дин отходит от войск татаро-монгол, и вот он захватывает Тбилиси. Захватывает Тбилиси и жестоко не идет ни на какие уступки, ни на переговоры. То есть даже была попытка, ну, отплатиться данью, этого не было. И он фактически очень жестоко расправляется с населением. Буквально, чтобы вы представляли, его воины, остроту своих мечей, вот они на младенцах использовали, да, вот, смотрели, насколько острые мечи. Одним словом, повсюду были трупы, Тбилиси был разрушен, но этого не хватило Джалал-эд-Дину, он приказал из этого храма вынести иконы Богородицы и Христа Спасителя. И вот на мосту, который мы будем с вами проходить, он был очень узкий такой деревянный мост через Курул, с одного берега на другой. Так что два путника еле могли разойтись. Там эти иконы были установлены, прямо на полу положены. 100 тысяч человек было собрано перед этим местом. А сам Джалал-эд-Дин приказал разрушить купол этого храма и установил там свой трон. Такой трон, забрался на него и смотрел на происходящее. Приказ был такой: кто пройдет и осквернит эти иконы, то есть переступит через них, мог перейти на другой берег и остаться в живых. Все остальные же ждала смерть. Стояли палачи и тут же осекали голову, бросали в кубу. Вот представьте, 100 тысяч человек, это были женщины в основном, с детьми, старики, подростки. Все как один двинулись к этому мосту. И что здесь происходит? На колени опускаются, целуют иконы, и тут же голова с плеч, и они падают в кубу. То есть вот так 100 тысяч человек в один день было уничтожено. Это нонсенс, нигде в истории православия и церкви такого случая не описывается, что в один день столько людей за Христа отдали свои жизни. И вот как те историки тогдашнего времени рассказывают, что с одного берега на другой можно было перейти по трупам вот этих людей. Вот такую вот вещь сделал Джалал-эд-Дин, но возмездие его все-таки догнало в горах Афганистана.
он был очень богато одет, у него был такой замечательный пояс, очень драгоценными камнями. И вот на это привстились афганские пастухи, и как-то ночью небольшое войско у него было самых верных, он убегал, как я уже сказал, от Чингисхана. И вот зашли в палатку и разделались с этим великим полководцем, которого, например, в Узбекистане памятники стоят, этому полководцу Джалаледдину. Он был убит вот пастухами. Вот. А 100 тысяч верующих ангелов, можно сказать, вот небесную Грузию, как святые мученики вознеслись. Есть также икона, показывающая это событие, а также в ноябре месяце вот, каждый раз патриарх церковь и с людьми верующими выходят на этот мост, справляют панихиду, параклис своеобразный, и вот в честь памяти цветы бросают в него. Вот таким образом почитается. То есть это вот происходит у нас в 12 веке такое событие. Храм называется Троицкий Самеба. Цвинда Самеба или Святая Троица. В 2000-х годах он был построен, приурочено его строительство к 2000-летию христианства и к 1500-летию христианства в Грузии. Самый высокий храм на Кавказе, 107 метров его высота, и еще 40 метров у него фундамент уходит в землю. Там еще две церкви находятся. Были. Такой замечательный храм. Единственный, пожалуй, с золотым куполом. В Грузии его больше таких храмов. Настоящее золото? Ну, позолоченный. Кстати, украинские мастера вот помогали. Не, украинские, то ли российские. Российские. Крепость Нарекала. Это крепость Нарекала. Вот обратите внимание. Какие отвесные скалы с обоих сторон. Вот с этой стороны можно видеть, да, с северной стороны. И вдоль этих скал тянулась крепостная стена. Кстати, эта крепостная стена потом спускалась вниз в город, опоясывала его вдоль линии Буры. Вот, и поднималась уже в районе Черных Бань. Попасть в город можно было вот с той стороны, где сейчас храм, да, вот с той стороны заходила дорога, заходила через крепостные стены, вот внизу видите башню, вот из этой башни контролировалась дорога, ведущая в сам город. То есть это была цитадель, верхняя часть крепости находилась слева от меня, в той части. Обязательно была отведена для этого специальная баня, куда караванщики заходили, обязательно должны были помыться, снять старую одежду, одеть новую. В это время их животных также мыли в куре, и вот уже отдохнувшими и чистыми, то есть серные источники здесь, они своеобразную такую дезинфекцию проходили люди, чтобы не нести какую-то болезнь, и уже можно было войти в город и заниматься своими делами.